В Бендерах ремонтируют магистральный трубопровод на участке по улице Железнодорожной. Там часто были аварии, последняя произошла на днях. Этот водопровод – один из главных в Бендерах. Он питает водой больше половины города. В дальнейшем там планируют проложить около 1,5 километра новых труб. Бендеры, улица Железнодорожная. Здесь вторую неделю работает тяжелая техника. Сейчас пневмомолот разбивает железобетонные глыбы подземного сооружения. Это ДОТ времен Великой Отечественной. Обнаружили его, когда начали ремонтировать водовод. Чтобы проложить новые трубы, его нужно демонтировать. Здесь самый аварийный участок в городе. Возраст сетей больше 40 лет. Меняли частично. Порывы почти каждую неделю. Только на этом участке, начиная с апреля месяца, произошло 7 порывов на сети. В результате была приостановлена подача водоснабжения в Бендерскую центральную городскую больницу, в травматерию ребенка, в роддом, в туб-больницу, микрорайон Ленинский и микрорайон Шелковый. Учитывая такое большое количество аварий, мы этот вопрос поднимали на уровне правительства. К сожалению, сейчас в настоящее время основные инвестпрограммы предприятий приостановлены, и мы уже решаем вопросы, исходя из тех средств, которые имеются. Руководителю предприятия поставлена задача поставить дополнительную запорную арматуру на данной ветке, чтобы и организовать реверсивную подачу по иным магистралям воды в эти районы, которые остаются без водоснабжения. Отсюда вода по трубам поступает сразу в 3 микрорайона города и село Гиска. Чтобы аварии больше не было, нужно заменить почти 1,5 километра трубопровода. По деньгам это 4 миллиона рублей. Пока меняют только 40 метров, отрезок от улицы Пионерской до улицы Главана. Водоснабжение в домах на время ремонта уже не отключают. У нас вода на Ленинский микрорайон село Гиску попадает с резервуара 10 тысяч. Метров кубических, которые находятся на улице Пионерской. В случае аварийной ситуации мы пересмотрели схему водоснабжения, и вода пойдет уже с другой точки. Эта вода пойдет с центра города. У нас есть повысительная насосная станция напротив магазина «Шериф» на Ленинском. Мы ее восстановили, и мы с этой насосной станции подадим воду на Ленинский и обратным ходом на Речгородок. Ремонт водовода по Железнодорожной планируют закончить к концу мая. Дальше в планах коммунальщиков микрорайон Солнечный. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.